В настоящее время на атомной электростанции Фукусима в огромных резервуарах хранится более 1 000 000 тонн радиоактивной воды. Правительство Японии объявило о своих планах слить загрязненную жидкость в мировой океан. Все это из-за того, что в 2022 году ее будет уже негде хранить. Что происходит и как нам реагировать, комментируют наши эксперты, ученые из Австралии и Японии. Для получения экспертного мнения мы связались с Тильманом Руфом, профессором Института всемирного здоровья Мельбурнского университета, лауреатом Нобелевской премии 2017 года в составе группы по предотвращению ядерной войны. Какими могут быть последствия? Слив в окружающую среду воды с содержанием радиоактивных материалов будет иметь последствия для всех нас, а не только для тех, кто непосредственно живет в этом регионе. Многие страны, в том числе правительство Северной Кореи и Китая, громогласно заявляют о своей позиции против реализации плана Японии. Все воздействие от радиации однозначно шаг за шагом будет увеличивать долгосрочные риски онкологических заболеваний на протяжении всей нашей жизни. При этом основная угроза стоит перед всеми последующими поколениями. Также это спровоцирует серьезный рост сердечно-сосудистых заболеваний. Слитая в океан радиоактивная вода будет влиять на все живое. Это станет не просто частной проблемой для человека. Перед сливом радиоактивная вода, хранящаяся в настоящее время почти в 1000 контейнерах, будет подвергаться тщательной очистке, по итогам которой в ней останется только неподдающаяся фильтрации тритий. Тритий – это сверхтяжелый радиоактивный изотоп водорода. Изотоп представляет радиационную опасность для живых существ при вдыхании, поглощении с пищей и впитывании через кожу. Как вы, наверное, все хорошо знаете, проблема там в том, что не все радиоактивные частицы фильтруются, и на выходе остается тритий, который очень трудно отфильтровать, но с другой стороны он быстрее разлагается, и в дозах, которые расчетные, в том числе с учетом того, что может произойти, если сброс произведется в море, он будет иметь минимальный эффект как на экосистему, так и на человека. Основные противники данного решения – это, конечно, коммерческие структуры, рыболовные структуры, вот эти вот союзы производителей продукции и так далее. Ну и, конечно, население, потому что такая вот психологическая дискриминация, она очень больно бьет по обычным людям, которые там работают. 26 октября стало известно, что Япония отложила слив очищенной воды с АЭС Фукусима. Об этом сообщает министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. Правительство продолжит рассматривать этот вопрос, так как на данный момент нет никаких альтернативных решений. Что посоветуете правительству Японии? Необходимо построить дополнительные резервуары, например, такие же, которые Япония уже построила для национального нефтяного запаса. Туда можно переместить радиоактивную воду. Если продержать ее в таком состоянии, скажем, 130 лет, то содержание трития существенно сократится. Оно будет составлять 0,001% от стартового уровня. Против сброса радиоактивной воды с АЭС Фукусима в мировой океан выступает ООН. Эксперты ООН в области прав человека в июне 2020 года призвали Японию подождать результатов глубоких внутренних и международных консультаций и пока не принимать окончательного решения. Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универньюз.